Неоднозначні події на заході України відвернули увагу від ситуації на сході. А там, як і раніше, стріляють. Оголошена ця війна чи ні, але з Донеччини, Луганщини знов прибувають поранені і, як не сумно, привозять тіла вбитих. Фахівці з тактичної медицини упевнені, жертв могло бути набагато менше. Тим паче, що досвід медичної допомоги в польових умовах, а також на шляху від гарячої точки до стаціонару, в тилу, мають щонайменше армії Америки та Ізраїлю. Що можна і треба робити у нас, знають наші гості. Обидва волонтери Фонду оборони країни – Наталія Хазан та Іван Кондратенко. Добрий вечір нашим гостям. Добрый. Слышали, о чем я сказала. Что, собственно, можно и нужно делать у нас? Вы вот и расскажете нам. Я знаю, Иван, что вы врач, да, насколько да. Это военный врач? Нет. Нет, гражданский. Гражданский врач. Ну, уже опыт у нас, наверное, большинство врачей получили и военный, к сожалению. В больницах, да. В наших больницах, да. Итак, я вижу, что у вас и с собой и примеры есть, да, готовы показать. Рассказывайте, что нужно нам делать? Ну, вообще, давай начну с общих вопросов, да. Проблема в том, что мы год, уже второй год воюем, да, а Министерство обороны как не обеспечивало нормальными аптечками бойцов, так и не обеспечивает. И все это как с самого начала легло на плечи благотворительных фондов, волонтеров, так оно до сих пор и лежит. То есть те аптечки, которые выдаются Министерством обороны, я считаю, что вообще все, что они закупают, купили форму, купили какие-то средства амуниции, аптечки там и так далее. То есть пусть они этим и пользуются. То есть вот все, что закупили, поехали туда и посмотрели, как оно. Как оно в форме, которая горит? Как оно с этим набором медикаментов, да, при ранении выжить? А там вообще есть какой-то набор, который дают? Там ну вот последние есть, аптечки, или... которые странная с ними история, да, то есть долго рассказывать. Но там есть подсумок, там есть резиновый жгут, там есть ИПП 70 какого-то года, там есть жгут 80 какого-то года и бутерфанол. Это обезболивающее, очень сильное наркотическое. И квиклот, который закупил благотворительный фонд. И то этих аптечек непонятно, вот где они. То есть на самом деле нормальными аптечками обеспечивают бойцов только благотворительные фонды и волонтеры. Вот такая вот в двух словах ситуация. У вас вот в этой аптечке что есть? Я так понимаю, все, что должно быть? Ну, хотя бы, первое, да, да, то, что должно быть, конечно. То есть вот такие подсумки, кстати, шьются тут в Днепропетровске. Турникеты, которые останавливают кровотечение, они тоже шьются в Днепропетровске, компания Yellow and Blue. Вот аптечки, которые мы даем бойцам. То есть, ну, перечислять как бы, да, для обывателей смысла нет, но сколько это все стоит для... такая аптечка? Порядка 70 долларов. Порядка 70 долларов одна? Потому даже... что компоненты, что-то покупается в Израиле, что-то в Штатах, что-то еще где-то, ну, то есть украинских компонентов тоже есть, ну, как бы зависим все равно от доллара. Иван, вот как врачу, насколько возможно оказать первую помощь, ну, не могу сказать слово лучше, да, но вот, ну, как она может повлиять, да, вот наличие такой аптечки и оказание помощи с такой аптечкой, и то, о чем Наталья сказала вот в начале, то, что выдают сейчас бойцам, какая разница? Разница огромная, и я расскажу историю возникновения тактической медицины как отдельной дисциплины. Это отдельный раздел медицины за рубежом. Страны, которые воюют на всем протяжении, сколько существует наша страна, задумались над невосполнимыми потерями личного состава. То есть, в первую очередь, это произошло в США. Там задумались над тем, что нужно предпринять, чтобы уменьшить количество погибших во время боевых действий. И началась разработка комплекса мер, определенных знаний, науки и так далее. Попутно совершенствовались средства для оказания помощи на поле боя. Потому что вот мужчины вспомнят нашу советскую армию, это был в лучшем случае жгут эсмарха, индивидуальный перевязочный пакет и шприц-фюрбик с промедолом. То есть это какой-то такой минимальный набор. Как человек, который преподает тактическую медицину, я могу сказать, что на самом деле спасти человека можно фактически голыми руками.
Но это нужно знать, это как уметь это делать. Да. И точно так же вот такая аптечка, да, то есть есть и более дорогостоящие комплектации, 100-150 долларов, да, в эквиваленте. Угу. Компоненты, которые позволяют снизить потери. Ну вот, например, в армии США, по их статистике, а в отличие от нашей статистики, это правдивая статистика, значит, в ряде боевых операций армия США не потеряла ни одного бойца мертвым. Не было. Ноль потерь. Благодаря тому, что применялись вот подобные средства. Этому обучают бойцов на уровне точно так же, как они обучаются стрелять. И точно так же сейчас огромная проблема. С самого начала мы узнали, что такое тактическая медицина, в нашу страну пришла война, и начали это все собирать, деньги, прочее, отправляли это все на фронт, а ребята не знали, как этим пользоваться, банально, ну, просто. Да, если я, например, я абсолютно не знаю, как пользоваться, и есть такая аптечка, она никакой пользы она не принесет. Да, я хочу добавить, вот Иван сказал, закончу мысль, что когда мы кинулись собирать деньги, да, аптечки, нам вот сказали, что нужно туда, да, мы нашли, кто это продает, закупает там и так далее. И потом мы начали получать 300-х с нераспакованными ингредиентами аптечка. Же, да. Они просто не знали, как этим воспользоваться. То есть они могли спасти себе жизнь, или ногу, да, или руку, или что-то еще, да, но просто не знали, как пользоваться. После этого мы сказали, ну, как бы у нас в фонде жестко, без тренинга мы аптечки не даем. То есть если приходит заявка на аптечки, мы сразу выясняем, был ли у них тренинг. Кто проводил, когда проводил и так далее. Если не было, значит, волонтеры нашего фонда, в частности, вот Иван, едут, если это нужно, там, на передок или здесь в части, тренируют, сдают нормативы, и после этого только выдаются аптечки. Никак иначе. Потому что иначе в этом смысла нет. Мы будем тратить колоссальные деньги, а конечно, это все равно не спасет. Не работает. И еще такой момент, когда обращаются, ну, понятно, что звонит куча знакомых, оно же сначала не касалось всех, да, и часть людей была, которые, ну, как бы война... Это не про меня, это где-то. А сейчас с каждым днем звонит все больше и больше знакомых и пишет, вот у меня там брата или мужа, или ребенка, или, да, одну аптечку. Я тоже против этого. Что значит одну? Один будет с аптечкой, а все остальные нет? Значит, мы начинаем выяснять, что за ситуация в этом подразделении. Потому что одну аптечку или один бронежилет, да, или ему и другу, в этом тоже нет смысла. Есть только систематизирование. Да, Иван, а вы были, да, на передовой, вы ездили? Да, мы, наша команда от фонда, мы уже выезжали не раз. Артемовск, Северодонецк, ну и окрестности, Водяное. То есть и сейчас на эти выходные планируется поездка туда же, ну, на передок. А за сколько там возможно научить человека? Вот, ну, люди-то разные, да, есть люди совершенно без подготовки, совершенно без способностей медицинских и знаний. Это инструктаж или это все-таки тренинг, длительная учеба? Как долго это длится и сколько нужно? К сожалению, в наших условиях мы вынуждены, конечно же, в ущерб какое-то, скажем так, качеству обучения, да, но мы даем массовость. Все-таки какие-то знания у ребят остаются. Тренинг в среднем длится от 5 до 8 часов, в зависимости от степени сложности программы. По опыту уже мы можем сказать, что хорошо овладевают, хотя бы когда проходит трехдневный тренинг систематически. Бойцы уже овладевают в определенной степени. То есть это рефлексы вырабатываются. В боевой ситуации, при стрессовой ситуации, когда взрывы, выстрелы и так далее и тому подобное, у человека отключается мозг. Ну, вот он теряется. И это должно сработать на уровне рефлексов, то есть не думать, а действовать сразу, потому что от этого зависит человеческая жизнь, твоя или твоего товарища. И это мы акцентируем внимание, когда мы проводим подобные тренинги. И опять же, к сожалению, я вынужден констатировать, что до сих пор Министерством обороны не создана система обучения, нет нормативов адекватных по оказанию, да, по тактической медицине. То есть пока это все есть где-то что-то на бумаге, но не более чем. Более года войны, и действий пока очень мало, мягко говоря. И то я вынужден опять констатировать, что сделано, даже то, что сделано, это сделано исключительно благодаря волонтерам и волонтерским движениям. А вот есть у вас отклики уже на вашу проделанную работу? Ну, возможно, кто-то пришел, возможно, кто-то, конечно, не знаю, позвонил, сообщил, сказал очень спасибо, много. И там это помогло и спасло. Вы знаете, это на самом деле это тот момент, первый момент, когда заканчивается тренинг, и ребята подходят, пожимают руки и благодарят за. Они понимают, что они находятся на войне и насколько ценны эти знания.
И второе, тоже очень ценное, то, что дает силы продолжать это все практически на энтузиазме, да, вот, в личное время и все остальное, в ущерб или близким, родственникам и прочее, это то, что звонят ребята с передка и говорят, вот у меня вчера было 3/300, два из них не стали 200-ми благодаря тому, что ты меня научил. И таких ситуаций уже примеров огромное количество. То есть уже есть результаты. И сейчас мы уже знаем ситуации, когда довозят бойцов с тяжелейшими ранениями, благодаря тому, что довозят до врачей и спасают людей, именно благодаря тому, что у людей, уже у бойцов есть вот такие вот турникеты, кровоостанавливающие средства и так далее. И они знают, как это применять. То, что раньше такой бы человек однозначно погиб бы, его не довезли. И сейчас у нас... Ну, как я говорю, это парадоксально прозвучит, но слава богу, что у нас 300-х раненых стало больше. Ну, говорить о профилактике в этом вопросе, конечно же, неуместно, наверное, но вот все-таки, как вы считаете, стоит ли эти знания начинать давать раньше? Я не хочу сказать, что война станет нашей действительностью, но, я не знаю, в школе вернуть или опять-таки углубить это в вузах, да, когда-то это было, ну, насколько это... вообще осталось там. Ну, вы знаете, полезно. То, что я учила в школе, да, еще в, там, в то время, давно, то есть какие-то знания все равно сохранились, оказание первой помощи. Но тут речь идет о тактической медицине, да, это не совсем первая помощь в городских условиях. Это больше тактика, чем медицина. А вот в армии? В армии, безусловно, это нужно. Но Иван сказал, что у нас нет нормативов по тактической медицине, у нас нет военной доктрины. Начнем с этого. У нас мы обороняемся или наступаем? Чья вина, да, в этом? Это, ну, у нас есть главнокомандующий, конечно. Главнокомандующий. Министерство обороны, Генштаб, но прежде всего есть главнокомандующий. Да? Угу. То есть есть вертикаль определенная, и должно начинаться все сверху. Угу. Сейчас, немного времени у нас остается. Сейчас вы нуждаетесь в деньгах для того, чтобы продолжать, для того, чтобы вот собирать? Да, безусловно, поступления упали. Да, безусловно, поступления упали. Я хочу поблагодарить всех благотворителей, да, которые... вносят в фонд средства, и совсем какие-то маленькие, там, как самое маленькое пожертвование у нас было 70 копеек. И одна компания Днепропетровская дала 1,6 миллионов гривен на закупку квиклота, кровоостанавливающего средства. То есть, безусловно, мы всем благодарны. Мы проводим регулярно какие-то мероприятия, концерты, ну, пытаемся собирать, да, деньги. В то же время, понимая, что это должно делать государство, и пытаемся и в этом направлении работать. Хочу отдельно поблагодарить Ахтема Сайтаблаева, крымского, татарского, да, нашего режиссера и актера, который стал лицом рекламной кампании нашим по аптечкам. Мы сделали такие постеры, плакаты. А у нас есть такой ролик. Да. Давайте, вот... Вот, давайте несколько секунд еще отдадим и посмотрим такой ролик. А, пожалуйста. Жизнь не кино. Хотя сейчас в реальной жизни есть настоящие герои. Но и погибают они по-настоящему. Тактическая аптечка может спасти больше жизней, чем самый надежный бронежилет. Храбрые сердца героев должны биться. Помоги приобрести аптечки бойцам украинской армии. Собственно, координаты были, да, ну, еще раз давайте напомним, какой-то контактный телефон, возможно. Фонд обороны Украины, сайт helpua.info, нас легко найти. Спасибо вам за участие, спасибо за то, что делаете, спасибо, за то, что рассказали. Я ще раз дякую нашим гостям, волонтери Фонду оборони країни Наталія Хазан і Іван Кондратенко.